Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Huawei P50 Pro, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить вход в безопасный режим. Для этого нам нужно нажать и удерживать кнопку питания. После этого нажимаем кнопочку выключения дважды. Ждем несколько секунд, а затем одновременно нажимаем и удерживаем кнопку питания и увеличения громкости. Отпускаем кнопку питания, когда появится логотип Huawei. Но все время продолжаем зажимать увеличение. Таким образом мы попадаем в режим Recovery. После этого нажимаем на кнопочку Safe Mode. Вот и все, мы вошли в безопасный режим. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.